Привет, друзья! Послушайте меня, я вам покажу книжку сейчас. Но вначале прочитаю. Дорогой Хасаю Магомедовичу, с пожеланием здоровья, творческих успехов и фантастических картин. 24-й, это сегодняшнее число. Москва, от кандидата технических наук, мастера ТРИЗ. Ну, вы знаете, кто мастер ТРИЗ у нас. Дорогой Виссарион Сибиряков. А книга эта самого-самого, который ТРИЗ придумал, от Шулера, который был фантастом Альтовым. Вон написано Альтов и Журавлёва. Альтов. Видите, книжка какая. И мне Виссарион, который учился, и Калошин там учился, и, ну, там много там учились, но Виссарион мой друг, и Калошин мой друг, и вот, конечно, приятно от самого Виссариона получить с дарственной надписью самого Альтова. Ну, Альтов – это вообще Альтшулер. Альтшулер – теория разработки изобретательских задач о психологии творческой личности говорил. Он говорил о многих интересных вещах и помогал людям научиться создавать изобретения. А в нашей школе человек будущего Homo Futurus – это человек, который со скоростью инстинктивных реакций соображает изобретение по ходу ситуации, чтобы в условиях неопределенности, в условиях страха и любой неожиданности мгновенно генерировать адаптационные возможности на уровне смекалки изобретений в соответствии с изменяющимися условиями. С неожиданностью. Вот у вас какая-то неожиданность, допустим, неприятная случилась, а шаблона реагирования нет, потому что условия неопределенности сегодня. Шаблонное мышление уже ушло во вчерашний день. Сегодня все в условиях неопределенности, что делать, как быть, и все в напряжении, а вот эта постоянная мобилизованность истощает нервные системы. А я как раз занимаюсь тем, что в следующем ролике выпущу, как со скоростью инстинктивных реакций смекалку выдавать сразу, издавать такие вот шедевры, создавать, как мне написал Виссарион, творческих успехов и фантастических картин. Но мои картины действительно хорошие, чего греха таить. Потому что так говорят все. Кто в этом не разбирается, тоже так говорит. Потому что видит, что другие так говорят. И он говорит. Потому что есть еще мышление. Нестандартное мышление, свободное мышление, без страха, комплексов, стереотипов. Есть мышление самоутверждающегося человека, который чувствует себя исключительностью, его эго в этот момент выше, чем он сам. Да. А Будда, вот картина медитации, Будда как раз-таки открыл нирвану и путь к нирване. Медитация – это процесс и состояние, в котором снимаются страх, комплексы, стереотипы, шаблоны мышления и подражание авторитетам, то, о чем говорил Альтшулер. Ну, это же так все соединяется сейчас, и то же самое этим занимался Тесла, когда говорил о встрече с Абсолютом. И вот в следующем ролике я вам скажу, как со скоростью инстинктивной реакции. А знаете, что такое инстинктивная реакция? Скорость какая бешеная. Еще пылинка в глаз не попала, уже моргание происходит. Защитное. О как! Откуда это взялось? Эволюция развития человека. Короче, я благодарю Виссариона Сибирякова, Ирину Кахану, с которым они приезжали ко мне в гости. Мы пообщались и приняли решение, что пора дать всем концепцию и технологию
быстрого выхода на состояние освобождения от шаблонов мышления, страха, комплексов и стереотипов, и включения поточного мышления, когда волнующий вас вопрос, любой, мгновенно обрастает свободным потоком ассоциаций. То есть это вообще круто, такого никогда не было, а у нас уже все есть. В этом-то весь и фокус. Фокус, я говорю, образно, потому что есть люди, которые некоторые вещи понимают буквально, особенно те, которые находятся в стрессе. Итак, друзья, как снимать стресс, как выходить на состояние освобождения, а это есть самадхи, это есть просветление, это есть состояние без страха, шаблонов мышления и подражания авторитетам, свободное состояние сознания. Да, друзья, в каждом из нас человек будущего, в каждом из нас миллион талантов и способностей, и вы будете их открывать на вебинаре, который у нас сейчас будет, и Ален там должен мне помочь снимать нервно-мышечные зажимы. И об этом посмотрите сайт Федора Макарова, который он ведет, который называется Хасай.ру. Да. И еще, пожалуйста, посмотрите до следующего ролика тот самый знаменитый ролик, который у меня был. Вы его посмотрите, он называется, ну я там напишу, ну там ключевое дыхание, одна минута и ползла. Потрясающий ролик. Да, как же оно, целебный ролик. Да. Итак, до встречи, друзья. До встречи, ждите. Следующий ролик будет...